Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал закон об амнистии в 2014 году. Закон объявляет амнистию и распространяет ее действие на категории осужденных, совершивших преступления небольшой тяжести или которые являются наиболее незащищенными и уязвимыми в социальном плане. Несовершеннолетние, женщины и мужчины, которые имеют детей в возрасте до 18 лет, детей и совершеннолетних, признанных инвалидами, а также инвалиды первой, второй и третьей группы, больные туберкулезом, онкологическими заболеваниями и так дальше. Кроме того, предлагается распространить амнистию на осужденных, которые совершили преступления в сфере хозяйственной деятельности, кражи или связанные с незаконным оборотом наркотических средств без цели сбыта или с оружием. Как заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, принятие данного закона позволит амнистировать 23-25 тысяч осужденных уже в этом году, в то время как раньше освобождалось около 3-5 тысяч человек.